Out on a new road in search for a land with no name. And I never look back as I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. Приветствую. Ну вот такое у нас воскресное видео. В общем-то, здесь у нас, видите, собрались 907 Сансуи. Есть у меня, конечно, еще, но всех тут просто не разместить. Значит, здесь у нас, почему так? Я решил, значит, XR это 94 год, 907 модель. 907 Limited, это также 94 год, и как вы можете видеть, у них мордахи одинаковые, буквально одинаковые с XR, но только это лимитированная версия, стоила несколько других денег, раза так в полтора больше, и соответственно на полевых транзисторах он. А здесь та же самая ситуация, только здесь у нас 907 MR. Это 95 год, и 07 Anniversary, это также 95 год, говорю, а сам думаю, что может уже 96. Ну, в общем, смысл такой, что тоже, видите, здесь мордахи, крутилочки, все одинаково, но это юбилейная версия. Вот, и если у Limited полевые транзисторы на выходе, в отличие от XR, то в Anniversary, насколько я понял, также лапт транзисторы, как и в MR. Единственное, что его отличает, это, ну, скажем так, внешние какие-то моменты, связанные с тем, что там ручечки фрезерованные, там туда-сюда, да. То есть здесь крышка у нас идет металл и деревяшки DSP с пленкой под дерево. То на Anniversary у нас идет алюминиевая крышка сверху. И смотрите, большое внимание уделено виброизоляции. Такая же ситуация в Limited происходит. То есть, видите, все виброизоляцией устлано. А здесь также медные пластины на виброизоляционном материале наклеены. То есть тут кусочки. Короче, вот здесь вот вибра наклеена. То есть везде вибра. Днище у него медное идет, а не металлическое. Ноги у MR и у XR медные, а у Anniversary и у Limited они сделаны из меди и позолота. Вот. Ну, то есть все максимально дорого, богато. Терминалы у них у всех идут позолоченные ВБТ. Но в Anniversary, по-моему, в Limited тоже прямые терминалы RCA, тоже VBT позолоченные, то есть, а в MR и XR позолоченные, но не VBT. И здесь в Anniversary, здесь вот это следы, это от этой, от шумки, которая на крышке приклеена. И в Limited и Anniversary, видите, тефлоновое покрытие плат. В описании сказано, что это очень хорошо сказывается на звучании, потому что даже если взять суперкомпоненты, то они на обычной плате
ну, как-то не так там себя ведут, условно. Вот, ну, и я просил мастера посмотреть по комплектующим, говорю, что увидишь, расскажи, чтобы я знал. Ну, говорит, да, как бы есть, вроде как все то же самое, но, скажем так, это, ну, вот эти вот всякие резисторы позолоченными ногами, да, то есть... Там-сям, а, и он еще отметил, что регуляторы подстроечники, ну, вероятно, речь идет о вот этих вот штучках, здесь подстроечники такие, что обычно, говорит, приходится, то есть на горячую выставляешь, потом ждешь, потом еще подстраиваешь туда-сюда. Здесь, говорит, видимо, и подстроечники другого даже уровня, что один раз как выставил, так оно как вкопанное и стоит, то есть никуда не шевелится. Что еще интересно, на дорогих модельках, ну, на, как сказать, не просто топовых там, а ультра, да, то есть это вот этот 0.7 и этот лимитед, мощность занижена. То есть если вот эти вот аппараты потребляют по 400 ватт электричества и выдают там что-то порядка 190 ватт на канал или какие-то такие цифры там, то здесь... Несколько скромнее, здесь на 8 Ом 90 Ватт, а на 6 Ом 110 Ватт, по-моему, так. Вот, про Limited я уже не помню, ну, я сейчас пока и не готовился, я просто хотел вам, как бы, вот так вот перекрестно показать, что вот у нас есть такие модели, которые, казалось бы, одинаковые, и такие модели, казалось бы, одинаковые. И в этом видео я сейчас отключу, ну, сейчас я включу трек на MR, подключу 0.7 и включу тот же самый трек. И у любителей послушать записи с YouTube будет возможность оценить. Ну, конечно же, я свои впечатления также расскажу, так как сам я еще 0.7 ни разу не включал. То есть я его сразу отдал мастеру, чтобы он все там настроил, сделал. Да, и надо сказать, здесь вот колоночки у нас сейчас Diatone DS2000. Естественно, это не самые референсные колонки, какие бывают, но вы знаете, однако надо сказать, что вот с MR они прекрасно звучат, прекрасно в плане слаженности и сообща, я бы так сказал даже. То есть MR, он из 1000X неплохо себя ведет, но с 2000-ми все это как-то помягче, поприятнее, поадекватнее. Причем я сейчас слушаю на балансах, а на 1000X я переводил на Integrated, потому что там звук был помягче. А здесь, в общем-то, не требуется. И на балансах неплохо. Да, и еще тоже на тот случай, если я деревяшки уже установлю. Но пока они, видите, зачмыренные, то есть не отполированные, ничего. То есть здесь у нас, соответственно, это пленка на DSP. А здесь это натуральная деревяха. Ну, прям натуральная. То есть ни шпон, ничего. И видите, опять же, та же ситуация. В ней выфрезерованы... ну, камеры, так скажем, да, полости, для которой заполнены виброизолом. А дерево тоже какие-то там суперпороды, которые используются для постройки музыкальных инструментов. Вот. Ну, в общем, полный разврат, как говорит Михаил Борзенков. Вот. Даже боюсь представить, сколько бы денег сегодня просили за такое. И сегодня, когда говорят, сколько он весит, там 15 килограмм. Ребят, ну, здесь вот все аппараты весят, кто 32, кто 33. По-моему, это даже 34. Ну, в общем, такие веса. Вот. Ну, опять же, вес весом, да, а звук звуком. Так, ладно, добавим волюма. И... Сейчас сориентируюсь, чтобы уже не бегать. Сейчас включу трек на этом аппарате и потом этот же трек повторю на 0.7. Thank you.
так, друзья, усилитель сменен, трек тот же самый. По громкости я постарался, чтобы она совпала. Ну, если она чуть-чуть иная, то подкрутите наушники или свою систему, через что вы там слушаете. Поехали. Silence covered the sky. Ну что сказать, выключать просто не хочется. Чумовой усилитель просто реально. Ну как бы такое не услышав, в такое не услышав, поверить невозможно. То есть абсолютно, казалось бы, одинаковые вещи. Ну да, там, конечно, у них предусилитель чуть по-другому построен. Вот, но не вникая в подробности, отличает лишь какие-то вот эти вот навесные дела, то есть там медь, виброизоляция там и прочее, да, то есть сами выходные транзисторы, там трансформаторы и так далее, конденсаторы, блоки питания, все равнозначно, но я хочу сказать, что я не знаю, насколько вам это было слышно и доступно вот с помощью записи телефона, там вот этого всего дела, да, ну, короче, 0,7, он не просто так стоил других денег, то есть это плата не за деревяшки, то есть они вам достанутся, и деревяшки, и алюминиевая крышка, там и все такое, но они вам достанутся бонусом, потому что то, что он привносит в звук, насколько он звук поднимает на другой уровень, это просто невообразимо. Это в каком-то смысле вот та самая магия и эзотерика, когда люди говорят о там, проводах там, и прочей фигне, которая может быть с электротехническим образованием, кажется полной ересью. Но в данном случае это получается так, что это ересь это в действии. Да? То есть вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, и на выходе совсем другой результат. То есть я нисколько не умаляю качество звучания, которое выдает 907 МР, но оно несравнимо, вообще несравнимо с тем звуком, который мы получаем с помощью 07 Anniversary. Вот 2000-е диатоны, я хочу следующее видео назвать «Парадокс диатонов», потому что это тот случай, когда
за вообще вполне вменяемые деньги можно получить колонки высочайшего уровня. Но есть один нюанс: чтобы познать высоту и величие их уровня, их, раскрыть их потенциал, нужен невероятно крутой усилитель. И если он у вас будет или есть, то можно сказать, что недорогие колонки, ну, то есть вот такие диатоны в хорошем состоянии стоят на сегодняшний день 100 тысяч рублей, но они играют просто бомбово. Но они сами по себе бомбово не играют. Из них нужно вытащить звук. И этот вот Anniversary его вытаскивает. Если тезисно пройтись по каким-то характерным отличиям звука, что можно сказать? Общая подача схожа. Общая подача. Но на что я сразу обратил внимание, это, как сказать, прозрачность и глубина звучания, она выросла просто кратно. При этом я хочу акцентировать внимание на том, что мы не получили более яркий звук, мы получили именно более детальный, более сочный, более насыщенный звук. То есть то, что казалось простым на Эмери, здесь оно, как сказать, ну, реализовано, ну, в общем, звук раскрылся, да, то есть там, допустим, какой-то звук, который был простым, ну, вот тот же этот, как его, бубен там или еще какой-то, то здесь он приобрел кучу послезвучий, голографию какую-то. Опять же, вот это понятие транзиенты, да, то есть это переходные состояния от тихого к громкому, то есть, ну, как вот эта вот атака начинающая, то есть здесь она прям, здесь скорость вот это нарастание сигнала, то есть оно все намного быстрее происходит, то есть и за счет этого, ну, то есть, опять же, вот эта скорость нарастания, она и дает вот эту дополнительную прозрачность, да, то есть сменяемость звука и его текстура, скажем так, не знаю, как это выразить, в общем, все, да, ну, в общем, звучит очень круто, то есть басы стали более такие артикулированные, то есть не то, чтобы стало баса больше, но он стал не просто, скажем так, есть или нету, а он вот, как сказать, получил какую-то вот градацию, и ты вот чувствуешь это разделение, да, то есть опять же, ну, можно сказать, что звуки стали более сложными, вот, и это чувствуется, и, конечно, это сильно впечатляет. Вот, то есть, думаю, что я буду заканчивать, потому что все же это видео такое ознакомительное больше. А следующее видео я, скорее всего, даже, наверное, с этими же колонками и отсниму. С вот этим Anniversary. Ну, и мы там уже другие источники пощупаем. Ну, и как бы какие-то технические характеристики, может, поднимем. Благодарю вас за внимание. Всех благ и хороших выходных.